Компания «Металлоопторг» – крепкий орешек. Ни одного нарушения за все время проверок. Мы решили послать в эту организацию нашего самого злобного налогового инспектора. Стоять! Это проверка! А сейчас ты предъявишь мне отчет! Понял? Посмотрим, в порядке ли документы в бухгалтерии «Металлоопторг». Этот парень найдет изъян даже там, где его нет. Каждый документ должен лежать на своем месте. Ты понял меня, чувак? О, что вы делаете сегодня вечером? Как назло, документы действительно оказались на своих местах. Но проверка на этом не заканчивается. Посмотрим, все ли налоги уплачены. Стоять! Всем стоять! Я выбью из вас результаты! Металлоопторг снова оказался на высоте. Эй, ты, работничек! Передай своим, сегодня у вас все в порядке, но я еще вернусь! Бухгалтерия ОАО «Металлоопторг» — только профессионалы.